Смертельное ДТП в Харькове. Накануне вечером легковой автомобиль вылетел на тротуар и буквально снес коляску с 5-месячным ребенком. Малыш погиб, машина после наезда врезалась в столб. Водитель задержан. Полиция, он рассказал, что не справился с управлением. Перестраивался из одного ряда в другой. Медэкспертиза показала, что мужчина был трезв. Завтра суд изберет ему меру пресечения. Дитину було доставлено з тяжкими тілесними ушкодженнями в лікарняний заклад, однак дитина померла, її не вдалося лікарям врятувати. Що стосується жінки, тобто матір дитини, вона, на щастя, не постраждала.